Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые врачи-стоматологи и ассистенты стоматологов. Я снова рада вас приветствовать. В современном мире все большее значение приобретает способность оперативно получать новые знания и навыки. Мы предлагаем обучить ваших ассистентов теории и практике, а вам оставим возможность применить полученные знания на практике и отработать их до совершенства. Какие знания вы получите на теории? Мы поговорим с вами строго о стоматологическом приеме. Как подготовиться к стоматологическому приему? Как подготовить инструменты? Как правильно подавать инструменты? Как правильно обрабатывать после приема? Как работать с пациентами? Как пригласить пациента? Как грамотно проассистировать во время стоматологического приема, любого, терапевтического, ортопедического, хирургического, как работать со сложными пациентами. И еще очень много интересного на теории, на практике мы с вами научимся, как правильно замешивать слепочную массу, как правильно подавать слепочные ложки, как правильно со слепочной массой, рациональной экономии материала. Об этом еще очень важно поговорить. Также мы с вами научимся накладывать кафердам и максимально принимать участие в наложении кафердама. И еще много мелких нюансов. Я приглашаю ассистентов на наш курс по обучению. Вам будет интересно, не сомневайтесь. До встречи!